Всем привет, меня зовут Юлия Добольская, и в этом видео я бы хотела поболтать с женской частью моей аудитории. Девчонки, надеюсь, у вас хорошее настроение, ведь уже весна. Хотя по погоде этого не скажешь, но это в какой-то степени даже плюс, потому что у нас есть еще немножко времени привести себя в форму и быть готовой к лету. И я бы хотела немного вам в этом помочь. Фигура, волосы, маникюр, педикюр, кожа и даже ваш настрой должны быть в порядке. Я не буду отправлять вас в спортзал, а всего лишь поделюсь секретом, с помощью которых вы сможете расцвести и стать еще чуточку привлекать. Моя весна началась просто потрясающе. Я снималась для обложки Лиза. Влог со съемки вы сможете увидеть скоро на моем канале, а также на канале Лиза. Ссылку вы можете найти в описании или кликнуть сюда. На их канале я тоже черпала для себя вдохновение. Образ у меня был такой весенний, женственный, и я уже с нетерпением жду журнал. Вернемся к нашему преображению. Пожалуй, самое главное, с чего нужно начинать, это с настроения. И к этому вопросу я отнеслась очень серьезно и подарила себе подарок. Я не знаю, что будет внутри, но я хочу с вами вместе открыть эту коробку. Кто хочет себе тоже сделать такой подарок, ссылку на их сайт я оставлю в описании. И давайте поскорее откроем и посмотрим, что там внутри. И первой в руки мне попадается такая коробка. Я думала, что здесь какая-нибудь кружка. Да, я угадала, это действительно кружка, но необычная. Вау, всегда мечтала о такой кружке, чтобы делать, например, на учебу кофе. Дальше в коробочке нашла то, что, несомненно, поднимет настроение. Это шоколадка. С комплиментом: вы такая милая, бобр врать не будет. Все, что нужно для хорошего настроения, это шоколад и кофе. Дальше такая надпись: Love. У меня есть такая же Dream, кто, возможно, видел на фоне моих видео. Тут же я нашла магнит на холодильник. Вау! Это обложка на паспорт. У меня как раз не было обложки для паспорта. И я думаю, что мне нужно купить, потому что у меня в паспорте надорвалась фотография. Это, наверное, очень плохо, да? Потому что в случае чего меня из-за этого могут даже не выпустить за границу. Дальше открытка. Официальное разрешение ничего не делать и хотеть платье. Ты же девочка, можно адресовать его себе. Блокнот, я обожаю блокноты, у меня просто их коллекция даже, вот у меня классные есть. У меня их много, но я не знаю, что в них писать. Кому знакома такая ситуация, ставьте лайки. Я думаю, я не одна такая. И пенал буду брать с собой на учебу, потому что у меня все ручки и карандаши валяются по сумке. И это не есть хорошо, ведь во всем должен быть порядок. Сказала Юля, у которой кроме фона для видео полный беспорядок в комнате. Ну да ладно, никто же этого не видит. Фух, ну настроение теперь у меня отличное, и давайте перейдем к фигуре, ведь после зимы этот вопрос волнует многих. Девчонок, как же привести свою фигуру в порядок? Ведь мы позволяем себе зимой кушать все, что угодно, не задумываясь. Ведь как еще справляться с зимней хандрой? Ну что же, давайте перейдем от слова к делу. Да, я иногда заставляю себя ходить в спортзал, потому что я должна быть примером для подражания, а не просто говорить вам, что лучше делать, но можно заниматься и дома. Самое простое и эффективное, что вы можете делать, это крутить хула-хуп. С помощью него вы будете сжигать калории, а также у вас станет красивее талия. А талия — одна из главных аспектов фигуры, ведь у вас должны быть пропорции. Включайте фильм, сериал или музыку и крутите хула-хуп, ничего сложного. Совет, который вы услышите следующим, вы, скорее всего, слышали тысячи раз, но я хочу повториться. Пейте больше воды. Хоть и звучит банально, но старайтесь пить до 2 литров воды в день. От правильного баланса воды в организме вы будете лучше себя чувствовать, и даже у тех, у кого есть целлюлит, вода поможет избавиться. Когда потеплеет, обязательно выходите на пробежку. Да, старайтесь придерживаться этих правил, и вы, несомненно, увидите результаты. Следующее, о чем я хотела бы с вами поговорить, это внешний вид. И начнем с волос, ведь волосы требуют дополнительного ухода, и шампунь с бальзамом этого мало. Самое простое и быстрое, что я могу вам посоветовать, это масла. Но подберите правильный уход. Например, масло для сухих кончиков только на кончики, масло для жирных волос только на корни. И утром это смывайте. Это не занимает много времени, но результат того стоит. Сейчас я вам покажу простую и быструю укладку, если вы спешите. Ее можно сделать с помощью утюжка. В своем прошлом видео я показывала один способ, как сделать локоны с помощью утюжка. Это видео вы можете посмотреть здесь. Но в этом видео покажу еще один способ, ведь весной хочется изменений, а я почти всегда хожу с прямыми волосами.
Я думаю, что все было понятно, но давайте я все-таки объясню. Мы берем 5 и утюжок. Теперь прокручиваем утюжок, закидываем 5 и проводим утюжком параллельно волосам. Вот. Я люблю эффект таких локонов, поэтому всегда провожу пальцами локона. Наша укладка готова. Макияж. Весной вы можете использовать цвета поярче, например, яркую розовую помаду, но глаза тогда ставьте нейтральными, например, накрасьте только тушью, ведь должен быть баланс. Я вот, например, купила даже румяна, хотя у меня их никогда не было, признаюсь. Хотя в этом видео у меня, не знаю, что со щеками, у меня тут так много освещения, что, наверное, у меня из-за этого покраснели щеки и уши. Капец. Спрячу, чтобы никто не видел. Я, например, вместо помад люблю использовать карандаши для губ. Они так дольше держатся, и вы можете создать форму губ, которая вам нравится. Да и вообще, мне с ними комфортнее. Дальше гардероб. Наверное, одна из самых больных тем, ведь девушкам присущая проблема – нечего надеть. Возникает она из-за того, что при покупке какой-либо вещи мы не задумываемся, сочетается она с другими вещами в нашем гардеробе или нет. Например, покупая платье, мы не думаем, есть ли под это платье у меня туфли, или сумка, или пальто. Мы покупаем эту вещь только из-за того, что она нам понравилась. Конечно, потом сложно сочетать вещи друг с другом. Например, если вы одеваете блузку с надписями разноцветную, то юбка должна быть однотонной, иначе это будет выглядеть безвкусно, хоть это и будут какие-нибудь брендовые вещи. Вещи могут быть и недорогими, главное развивать вкус. Я в своем магазине часто помогаю девочкам составить образ. Мне навесно захотелось чего-то необычного, и хоть меня почти нереально увидеть в кроссовках, но вот эти показались мне клевыми, они с подошвой, которая светится. Тут можно менять цвета. Вот этот цвет мне нравится больше всех. И можно даже вот так. Девчонки, не забывайте читать что-то вдохновляющее. Недавно я прочитала книгу о йоге. Давно хотела начать ей заниматься, но не знала, с чего начать. Вы тоже можете почитать что-то такое легкое, вдохновляющее, не обязательно какой-то роман, а, например, что-то полезное. Почитайте, например, о создании самых известных платьев, о макияже. Это и полезно, и вдохновляет. Если вы почерпнете для себя что-то полезное, то будете лучше выглядеть. Еще меня вдохновляют вкусные ароматы. Одни из моих любимых сейчас это Victoria's Secret и Zara. Также я люблю Prada Candy. Просто божественный аромат. Самым основным я с вами поделилась: высыпайтесь, кушайте больше фруктов, овощей, слушайте музыку, которая вас вдохновляет, ставьте цели, достигайте их и наслаждайтесь весной. А также я хочу провести для вас весенний конкурс, чтобы поднять вам настроение на весенние обновочки. С очень простыми условиями, всего лишь подписаться на мой канал на YouTube и добавить меня ВКонтакте в друзья. И, конечно, не забудьте написать в комментариях, что вы участвуете. Призами будут весенняя юбка, сзади она на змейке и на резинке. Подальше ее покажу. Я специально выбрала такой модный весенний цвет, а также такое украшение в цвет юбки. Также, девчонки, я хотела бы позвать вас в свой инстаграм и тех, кто оставляет комментарии, фоточки, я лайкаю. Хочу пожелать вам вдохновения, всем спасибо за просмотр, пока, с вами была Юлия Довольская. Девчонки, чуть не забыла вам рассказать, я нашла отличный канал на YouTube для развития своих данных. Я сама почти села на шпагат за неделю, так что заходите, ссылку я вам оставлю в описании.